QR-код. Для тех, кто пришел на прививку в этот торговый центр, организован отдельно. Ведь у них пока нет QR-кода, который требуется на центральном. Врачи принимают желающих ежедневно с 11 утра до 6 часов вечера. Прививку может сделать любой житель региона старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Перед вакцинацией проконсультирует врач. Также в мобильном пункте можно пройти экспресс-тестирование на COVID. В среднем за день в торговом центре «Гудок» вакцинацию проходит до 50 человек. Но у нас были дни, когда нагрузка достигала до 150-160 человек. При необходимости, площади позволяет, мы можем здесь развернуть сколь угодно разумное количество бригад и проводить вакцинацию до 500 совершенно спокойно. Женщинам в положении врачи рекомендуют прививаться с 22-й недели беременности вакциной «Спутник Ви». Продолжается в регионе и ревакцинация. Для процедуры можно использовать любую из отечественных вакцин. Валерий Волоснов уже прививался полгода назад. Сегодня снова пришел на процедуру. Говорит, самочувствие отличное. Считаю, что это обязательно надо, потому что здоровье прежде всего, возраст тем более, 65 лет. Мне почему делаю? Потому что стараюсь защитить себя, своих родных и близких, чтобы они не болели. По итогам 2021 года 63-й регион на 8-м месте в стране по исполнению плана вакцинации от COVID-19. Однако этого результата недостаточно. Привиты сейчас более 1 641 000 жителя. Это 80% от плана. И почти 400 тысяч человек в области не прошли даже первичную вакцинацию. Медики призывают защитить здоровье и привиться. Мария Левина, Мария Елчан, события.